Привет! Сегодня воскресенье, мы ходили с утра в церковь. Настроение у меня не очень. Так что я сходила в спортзал, в этот rock climbing gym. Потом съездила, заправилась. Сейчас приехала домой, буду лепить пельмени. Начинаем с теста. Я не знаю, если вам интересно или нет. Я тут размораживаю фарш. Вообще влоги для меня, так что если вам... Видишь, у меня настроение не очень. Если вам не нравится мой влог, можете его не смотреть. Не, реально как-то, I don't know. Серьезно, пожалуйста, смотрите мои влоги. Thank you.
Растительного масла. Я надеюсь, что это правильно делаю, потому что если и нет, будет плохо. Может, я неправильно его сделала. Обычно должен быть на воде. И когда так. Интересно. Интересно. Муку мы не добавляем. Было написано не добавлять. Но если что, можно долить растительного масла. А если у меня мясо не готово, то можно муки сидеть, то есть тесту сидеть. Ой. Нет, это что за какой-то рассыпчатый, что ли? Не знаю, ладно, пусть сидит комочком. И накроем полотенцем. Кровавые палочки. Вот мясо, специи, надо еще добавить соли. Лук. Помощник главный. Да, ты помощник.
что все, что с мясом, это на глаз. Потому что я примерно знаю, как это готовится. И добавляю, как считаю, нужно. Я думаю, 3 чеснока, да, их достаточно. Три. Вот это чеснокодавка. Три чеснока. Три кусочка чеснока. Короче, их 3. И надо добавить еще соли, потому что я пробовала, и мне кажется, я не досолила. Мясо здесь. Тесто. Тесто там. Сейчас будем добавлять соль, чтобы контролировать порцию. Я его сыплю сюда сначала, а потом в мясо, чтобы не посолить. Где нормально? Можно еще вот этого. Паприка и черный перец. Еще не знаю, говорила, я добавила пол луковицы. Вроде хватит. А еще то, что у меня на футболке и на штанах, это не тесто, это мел. Потому что когда ты лезешь в город, ты мелом мажешь руки, чтобы руки не растерзать. Из-за того, что я вся в черном, его очень хорошо видно. Можно еще лука. Я не хочу переборщить. Ой, Софа, я уронила что-то. Иди подбирай, иди подбирай. Вон, вон. Подбирай, Софа. Вон. Вон. Все, кроме Софи, пришли. Я не знаю, сколько соли добавлять. Что он еще будет в тесте? Думаю, нормально. Окей. Мясо готово, тесто вроде готово, не знаю, в каком оно состоянии. Сейчас посмотрим. Сейчас уберемся и начнем лепить. Точнее, я уберусь. Я одна тут убираюсь. Не знаю, как лучше. Маслом или мукой посыпать контур. Оказывается, люди смотрят мои влоги. Оказывается? Да. И теперь надо разобраться, как пельмени лепить. Окей. Вау. Я вроде бы считала, что лучше с
маслом, чем добавлять муку. Так, так, и еще надо его обрезать. Софа, перестань. Софа. Мне кажется, тут не хватает. Okay. Так, перестань. Попробуем. Я не знаю, что я делаю. Последний раз я это делала. Это было не мука, а пластилин. Я не знаю, что я делаю. Не. Как лучше, раскатать или... Моя мама делает вот такую сосиску, потом разрезает. Потом вот так вот эти делает такие кругляшки, и потом каждый кругляшочек так раскатывает. Получается. Тесто не такое. Тихо! Кто-то звонит. Мясо. Вот. Капец. Ужас какой жирный. В смысле, не жирный большой, а жирный маслянистый. Потом, мне кажется, вот на доску можно муку посыпать. И тут позвонить, можно муку посыпать, потому что я сильно много налила. Да? Софа! Софа! Так! Мы не лаем. Мы не лаем. Оля, смотри меня с моими пельменями. Я тебе надо... в интернете, все знали, что я делаю пельмени, потому что хорошо тебе надо... Тебе надо было записать видео, как Ваня сырой ест. Это было... Ты знаешь, что хорошо жена Рима знает? И ты бы выставила шок-контент. Едим сырые пельмени. Едим сырые пельмени. Сколько у меня осталось? Завтра будем делать пирожки. Ура! Мы пришли после церкви. У них такая выставка поездов. Ваня потрогал, Катя потрогала. Все, я сняла на камеру. You have a child.
Are you making a... Yeah. Falling the stairs, you know, like they're falling. They're falling from the trees. Like they're little kids. This is amazing. What a vibe. Блин, солнце зашло. Солнце зашло. У него хорошо получается. А как по-хорватски? Same. Same? Серьезно? Солнце зашло. Oh my god. It's the fact that you're doing exactly what you need to do in life. Like you're on the right path. Like you're, yeah, like you're fitting into your life path. Типа ты на том месте, где ты должен быть. Gotta be something wrong, bro. Маша? Минус 50. Да, перейти. You're so mean. Мы купили духи. Он его купил как подарок. И может себе открытку в подарок, себе духи, и я подарю себе духи. Или я их подарю Назару.